не стрелять в ответ. Есть такой момент. Если ты начинаешь стрелять, то тебя потом ворота не пропустят. Поэтому, если вы там какой-то грузоперевозчик, у вас есть один разъем под пушки, никогда эти пушки не ставьте. Потому что всегда есть соблазн выстрелить, потом тебя не пропустят ворота, и, соответственно, тебя догонят и сделают особой жестокостью. Соответственно, тоже, если вы хотите пролететь просто мимо, то есть какого бы желания у вас не было, не стреляйте в ответ. Просто не стреляйте. Если вы хотите просто удрать, уйти в следующие ворота там и так далее, то на станцию задокаться. Также этот момент касается дронов. То есть шахтеры, например, очень сильно любят выпускать дронов боевых, да, чтобы они там всех разносили вокруг. Также разводят новичков. Вылетают на него, завязывают бой, дроны автоматически кидаются на цель. Все, атака пошла. Корабль, который первый напал, будет уничтожен конкордом, а его напарники смогут безнаказанно атаковать шахтера, так как он начал ответный огонь. А конкорд их трогать не будет. Поэтому шахтерам лучше отключать дроном автоматическую атаку, а лучше вообще держать их у себя в трюме и выпускать только тогда, когда это необходимо.